Президент поздравил бендерчан с 80-й годовщиной освобождения города. Вадим Красносельский напомнил, вернувшись с полей сражений, фронтовики активно восстанавливали страну из руин, строили и созидали, беззаветно трудились на благо отчизны. Подвиг советских воинов живет и будет жить в памяти благодарных потомков, высоко ценящих мир и свободу. Мы никогда не забудем исторической правды, ведь именно Советский Союз внес решающий вклад в разгром фашизма. Президент поздравил ветеранов и пожелал всем бендерчанам крепкого здоровья, мира и всего самого доброго.